И снова здравствуйте! Я точно надел те наушники с микрофоном. Да, потому что что-то справа от меня есть такое. Окей, мы снова вернулись к MadFather, и внезапно можно пользоваться геймпадом. Это для меня шок. А как тут менюшки всякие? А, никак. А, нет, подождите. Так, это вот эти предметы, а как мне вызвать... просто с геймпадом, наверное, лучше будет. А, все, окей, так будет намного удобней. Суть в том, что я не помню, на чем мы остановились. Какие у нас есть предметы? Ведро и глаз. Я помню, что там был глаз. И вроде как мы остановились на том, что мы кому-то там глаз должны были дать, но мы никак не могли. Или мы это сделали. Вот в чем дело. Сейчас будет самое трудное, это выяснить, что именно нам нужно делать. Я реально удивлен, что геймпад Xbox 360 работает с этой игрой. Просто это все-таки игра на RPG-мейкере, и поэтому удивительно, что эта игра распознает геймпад. Даже не пришлось там никакой Joy2K. А, я вспомнил, что у меня есть бензопила, верно? Но почему я не могу ее взять? У меня ведь вроде бы бензопила была. Во всяком случае, оно не работает на... Может быть, мне все-таки на клавиатуре играть? Я помню, у меня точно была бензопила. Пацаны, ведь все же помнят. Может, я ее потерял? И я что-то сейчас не догоняю, потому что... Я нажимаю на все кнопки, и... Значит, у меня нет больше бензопилы. Странно. Что-то я упускаю. Ах, к черту. Разберемся по ходу дела. Но, знаете, я не скажу, что с геймпадом так уж и удобно. Ты просто промахиваешься мимо всего, что у тебя на пути. Сейчас я все-таки попробую дождаться вот этого. Ха! Не поймал? Окей, я не знаю, как это сделать, но ладно, это, наверное, не очень важно. Там, по идее, только этот гем. А, чёрт. А, поэтому я очень давно в неё играл. Последнее было записано, месяц назад. Не помню, там, на канале, короче, видео есть. Я реально не помню. Вот, не нравится мне с геймпадом в эту игру играть. А, так вот, я совсем не помню, что мы вообще делали. Я помню, у нас была бензопила, что-то мы там делали, и что именно, я вспомнить не могу. Может быть, куда-то сюда? Есть только наружу, насколько я помню. Да. Так, а ведро? А может нам набрать воды? Вот здесь. Да? Это верно, но для чего? Got some water. Ага, там еще нести куда-то надо. Куда? Может там залить сюда? Нет. Может полить цветы? Нет. Что мы можем сделать с этой водой? Я совершенно не помню, что вообще. Может сюда налить, я не знаю. Точно не сюда, здесь вообще дыра. Куда мы несем эту воду? Может нам потушить камин? Допустим. Только к чему это? Looks like you could... Ага. Нет, подожди, я сначала сохранюсь. Прежде чем залезать в какие-то темные места, нужно сохраняться. Yes. Где бензопила все-таки? Окей, у нас клаустрофобия. Ох, щи. Кто-то плачет. Ага. Это как раз там та, которая с глазами была. Так, сейчас. Ага. Откуда она знает, что там именно глаза? Все? Ты успокоилась? Мне не кажется это хорошим, если честно. Ну просто... Блин. А, у нас есть! Почему она не... Ни на одну кнопку она не работает. А, я помню, там вроде бы мы могли ее использовать только в определенных комнатах. Нет. Б.
Блин, я не знаю, в чем прикол. Ладно, если пригодится, то... Я просто все кнопки распробовал. Распробовал на вкус. И ничего не работает. Ни на геймпаде, ни на клавиатуре. Так, а вот то место. Как-то темно, нет? Вроде бы светлее было. Значит, нет, значит, все верно. Вспомнить бы еще, как нам попасть к той девочке. Вроде бы сюда. Если мне не изменяет память. Она мне может... Так, тот дед... А, вот, все. Мы можем использовать только в этом. В подвале там, на чердаке. Так, вот здесь вот была... Да, вот ты здесь прямо в самый раз. И вот... О, смотрите-ка. I found my eyes. Так вставь их. В чем про... ты ждала меня? О, черт. Странно, что ты жива вообще. Оу. Смотрите, а няша же. Все с ней хорошо. Наверное. Мне это не нравится. Вали, вали отсюда. А, thank you, все. Ох, все, все хорошо. Глаза. Я думаю, сейчас что случится что-то непоправимое. Больше не можем использовать. Тем более. Так, подвал это плохо. Подвал это всегда плохо. А? Разве я не спускался уже по лестнице? Окей. Пойдем назад, значит. Это классика. Если начинает какая-то хрень повторяться, надо обязательно пойти в обратную сторону. И по идее, я смогу пройти. Угу. О, привет. Это кукла или девушка? Это ты не даешь мне пройти вперед? Мне нужно пройти туда, чтобы спасти своего отца. Так что, пожалуйста, пропусти меня. В самом деле. Ты не светофор тут. Что я могу сделать, чтобы убедить тебя? М? Тань, наверное. Окей, пошли отсюда. Почему ты преследуешь меня? Ты хочешь пойти домой? Знал бы я еще, где твой дом. Ты хочешь выйти наружу? А, да, да, да. Ну, я знаю, где это. Идем со мной, я выведу тебя наружу. А, тогда ты меня пропустишь, окей? Зашибись. Так, я точно помню, где наружу, там, где мы, собственно, набирали ведро воды. Мне кажется, я никогда не пройду эту игру, потому что я... Эй. Ага. Ладно. Потому что я возвращаюсь к ней довольно редко, и я не могу сказать, что она там моя самая любимая охренительная игра. Это далеко не так. Но игра очень приятная. Странно. А куда она делась? Что случилось? Хорошо, мне кажется, она сейчас оживит все эти трупы. Это... А? Я... Одежда этой девочки. Что происходит? Окей. Видно, я теперь управляю этой дамой. Это воняет. Я в курсе. Причем... Ага, это что-то типа воспоминаний. Отец. Стой спокойно. Отец. Я ж твоя дочь, не смей. Итак, начнем. Что делает отец? Дай мне эти красивые руки. Отец, остановись, это я. Я не могу говорить. О, нет! Ну, все, в общем-то. Лишилась рук. What the fuck? Битва в стиле RPG, Final Fantasy 7 или что? Просто так все приблизилось. Окей, бензопилой пользоваться умеет, это я понял. Я стараюсь говорить погромче, чтобы меня было слышно за музыкой. Короче, что-то произошло нехорошее. А, все-таки, где девушка? Может, она вернулась сюда? Да. Интересно, почему? Отца-то там не было. Это ведь были воспоминания, насколько я понимаю.
Ну ладно, в любом случае она мертва, и мы можем пройти. Не уверен, что мне это нравится, между прочим. Слишком уж темно. Убрать это и... камушек. Я просто собираю, я не знаю зачем. Черт, нет, нет. А, это туалет, все лучше туалет. Но в туалетах всегда в страшилках какая-то хрень происходит. Water in the... писсуар, которым я воспользоваться не могу. Потому что я леди. Так, окей. Этим я могу воспользоваться. Забудь об этом, слишком противно. Но охренеть! Как бы вообще подумал о таком. Если бы у меня было что-то, чем я могу схватить. Черт, ты находишься в подвале с кучей трупов. Твой отец псих. Как написано в названии игры. О боже. И тебе надо как-то пройти дальше. Но тебе противно лезть руками в туалет. Я, конечно, все понимаю. Это неприятно, но... все же. В такой ситуации... А, боже, джойстик. Геймпад тоже. В такой ситуации надо, наверное... пользоваться всеми вещами, которые тебе доступны. Он указывает направо. Куда-то. Наверное... Мне это интересно. Если он указывает направо, значит... Окей. Я вернусь назад. А, потому что мне интересно еще исследовать, чтобы... Окей, и здесь еще ничего и не было. Так, а где здесь проход? За геймпада я не могу пройти нормально. Он слишком чувствительный в этой игре. Какие-то записки. Бочки. А, его мы не получим. Оп! Кто-то внутри. Ладно, третий раз, если что, такой прием не пройдет. Не прокатит, то бишь. А вот это жалко. Это жутко жалко. Эти кролики, они выглядят как Сноубол. Я не хочу смотреть. Что-то про анатомию. Отец постоянно читал эту книгу. В ней очень много отвратительных картинок, и я не хочу смотреть. Ладно. Может не смотреть, я тебе разрешаю, Леша. Может мне взять вот это? Нет? Так, у меня есть вот эти вот клещи, поэтому мы можем забрать в туалете ключ. Насколько я понимаю. Нехорошая музыка, точно. Так, наверняка сейчас что-нибудь произойдет. Классика ведь. Forceps. Так, мы взяли ключ, наверняка ключ к той комнате. Или который слева, или то, что дверь в том месте, не знаю. Думаю, тут... окей, окей. Помоем. Я даже не заметил, что она вместе с собой его несет. Обычно просто кладет в инвентарь. Но нет, здесь-то ей надо... извините... О-о. Здесь ей надо... быть... дамой. Окей. Что-то нехорошее. Взрывает. А, знаете, проще, наверное, играть на клавиатуре. Намного проще. Ну ладно, я буду играть все-таки геймпадом. Оч. Привет. Надеюсь, он не прорвется, вот что. Пройду-ка я уже дальше. Нет, я вернусь и все-таки посмотрю, что здесь можно найти. Да, именно это я и хотел. Так, а что там? Воу. Здесь кто-то есть. А, то есть мы не должны... попадаться на глаза кукле. Охренеть. Ненавижу такую хрень в играх. Так, я вижу, кстати, там разлом за стенкой. Ладно. Ой-ой-ой. Вау. Хороша кукла. Нет, а... дело в том, что... срать, погиб и погиб. Но дело в том, что... неужели это так все долго будет... происходить? Все вот эти вот анимации... Я вернусь назад и сохранюсь.
Хорошо. Немножко, так сказать, стелса. Ай-яй-яй. Есть. Так, это не все. Хорошо. Ку-ку. Хе-хе-хе. Это проще, чем я думал. Ладно, это немножко... Может быть, это и довольно просто, но напрягает. Честно, напрягает. Ну, я так и думал, что это... А, нет, GLK нам нужен. Черт, нам ведь надо вернуться обратно еще. Серьезно? Я не хочу. Я не хочу возвращаться. Я же засру. О. А. Привет. Ой! Ой-ой. Я жутко испугался. It's all is in pieces. А не скажешь. Хорошо, что мне не надо снова проходить через все это говно. Не то чтобы было это жутко трудно там или... Окей. Страшно смотреть на эти куклы. Честно скажу. И неужели я должен выпустить вот этого? Пожалуйста. Я не буду этого делать. А может все-таки... А почему у меня его нет? Я же взял. Наверное, это какой-то такой ситуационный предмет совсем. Еще я ничего не вижу. Окей, налево. Ох, что-то нехорошее меня ожидает, чувствую. Сюда. Закрыто, сюда. Открыто, окей. Мне это интересно, насколько длинная эта игра? А, неужели я не могу? Ладно. Везде все это раскидано, меня это раздражает. Растения. Кто-то плохо работает на кухне. Висящий кусок мяса, который я зачем-то разрезал, не знаю. Взял. Окей, я не хочу смотреть. Пожалуйста, я не знаю, зачем мне свинина, точнее, или бекон. Да, свинина. Жареная. Ну ладно. Мы Здесь должна быть сексистская шутка, но я не стану. Держи, чувак. А ты не возьмешь? Я тебе покушать принесла! Братишка! Это про... Я просто не мог это не сказать, верно? Тогда зачем мне... Может, я подам на стол? Обед готов. Или ужин, или завтрак. Потому что я не в курсе, в какое время тут играем. Скорее всего, день. Там даже снаружи вроде бы светло. Или неужели не могу отдать? Тогда к чему нам это? Ладно, пока поставлю. Хорошо. Окей, я приготовил тебе еду! Я не могу дышать. Z! Я надеюсь, я тоже жму! Потому что я не знаю, это Z или не Z. Какая кнопка мне нужна? Может, мне просто лучше сжать Z? Вау, это слишком было громко, пожалуй. Давай еще раз, окей. Просто реально, Z это у меня как X, но по идее действие. Так что я жму как поехавший. Погнали. Наверное, я нажимаю, не знаю. Ненавижу пресс Z Тубин, серьезно. Эти quick time event, да, все-таки это было правильно. Зарейпил бедную девочку, ну зачем? Окей, но что дальше? Он взял еду? Окей, кто-то ходит рядом. Я слышу это. Отец! Ага, почему мы здесь? Не беспокойся, я твой друг. Страшный друг. Ну, ладно, справа. Слева вот. Извини, что я напугал тебя раньше.
Мое появление, должно быть, удивило тебя. Да, представь себе, чувак, у тебя одного глаза не было. Нет, даже. И это в любом случае нас бы удивило. Это рана на твоем лице. Неужели она от моего отца? Не волнуйся об этом. Это в прошлом. Все там сердятся на отца. Ты ненавидишь его тоже, не так ли? Из-за ненависти к твоему отцу мы не можем быть спасены. Что? Так что я пришел спасти тебя. Давай, короче, будем вместе отрываться. Я не могу. Я должна спасти отца. Не иди. Некоторые из этих трупов попытаются тебя убить. Если ты останешься здесь, они тебя убьют. Но я не могу оставить отца. Брось своего отца. Нет, я собираюсь спасти его. Отпусти. Послушай меня. Она просила меня сделать это. Она просила... О, нет. Ах ты шлюха! Я даже не знаю, молодец она или не молодец. Трудно сказать. Ой, я случайно пропустил. Оставь доктора на меня. Я даю тебе слово, что я верну его. Так что, пожалуйста, должна идти куда-то еще. Эй, она переступила прямо через труп! Никакого уважения. Если что-то случится с тобой, тогда доктор будет грустить. Бла-бла-бла. Я знаю, это должно быть трудно. Я должна идти вперед одна. И дверь открылась. Ага! Похоже, она идет встретить меня. Миледи, будем сделать так, как хотите. Непонятно, что происходит, и мне жалко этого пацана. Реально жалко. Ну извини. Окей. Все еще закрыто. Тогда сейф. И я все еще не понимаю, зачем нам вот это. Я был уверен, что надо что-то там скормить. Ладно, а что в этой штуке? Нет, я хотел посмотреть. Все. Хорошо. Ти-Кордер. Ага, опять этот засранец. И что мне надо делать? А, боже, опять! Он меня раздражает, кто он вообще такой? Почему все двери... Какая дурацкая музыка, кстати, играет, когда вот это квик-тайм-эвенты. Для чего эта еда? Может, мне ему... Я что, это зря сделал? О! О! Ну привет, лысый хрен. Мистер, бла-бла-бла, он очистил. А, окей. Только куда ты сам делся? Я могу тебе приготовить еду, я женщина! Я уже при... Вообще не то, чтобы только женщины могли готовить. Мужики, говорят, я слышал... Готовят лучше, чем женщины, но я сам готовить не умею. Ага, найди три отличия, что ли, или что? Там картина перевернута, например. Ну, похоже на то, что это... Найти отличия. Это не похоже на манекен. Окей, а если я пройду справа? Определенно не хватает... Да, но откуда нам взять манекен? Вот что. У этого нет копья. Но... У того тоже. Тогда в чем прикол? Ай-яй-яй. Не-не-не-не-не. Там король. Подвинуть? Потому что он стоит слева. И мы должны забрать копье у этого мужика. Да. Вау. Вот так бы она и ходила. Ну классно же. Отдать ему... это на месте, но нам бы цветы. Где мы можем взять цветы? У нас есть что-то? Так, нет, у нас нет ничего такого. Так, с этим теперь все в порядке. Что это было? Картина на месте. Это на месте, но где нам взять цветы? Ладно, проверим у этого мужика. О-хо-хо! Нет, я пока не решил. А зачем нам король? Что сделает король?
Мы можем взять немножко... Да-да-да, я так и думаю. Где я открыл? Сейчас открою. Так, бензопилу взял зачем-то. Иди и все. Да, думаю, да. Нет? Окей. Ваза на месте, цветок на месте, этот скопьем на месте, это... Все, понятно. Я совсем забыл. Дай мне срезать тебе голову. Забавно. Забавная головоломка, кстати. Мне понравилось. Так. Налево. Главное не облажаться. Он наверняка вернется на то же место, где он был, но... Все, зачем нам тратить время? Так и... Так. Он должен обезглавиться. Нет? Оу. Да. В точку. В точку! Да, я решил головоломку. Приватная комната. Оу. А, я хотел понаступать на голову. Мой дневник. Мой дневник никогда не исчезал. И особенно если учитывать то, что он его и не существовало. Ага, окей, я родился. Я спал в своей маме. Хорошо. Ага. Женщина, ребенок, ковер. Я родился. Это было уже. Нет? Да! Там же было написано, что он обнимался со своей мамой, окей. Я убил животное для забавы. И так потом я к этому привык. В моей комнате всегда были мертвые кошки и птицы. Окей. Мать всегда злилась на меня, когда находила эти трупы. Когда мамы не было, я прятал трупы в этом... В тумбочке. Окей. Это очень и очень все долбануто, я вам скажу. Да. Hide the dead bird. А разве не when mom's out? Надо ее как-то убрать? Да. В точку. Все, валяй отсюда. Так, и убрать кошку. Я немножко нелогично это сделал, ну ладно, я думаю, все будет нормально. Окей. The boy looks bored. Окей, ему скучно, охренеть, тут вокруг трупы. Оу, неужели он убил свою маму? Мама узнала, что я убивал животных. Мама доставала меня, я так понимаю. Заткнись! Я проткнул мать с ножом. Мать упала, все красное. Это не подходило к такому миленькому лицу. Так что я вытер лицо матери. Ее мертвое лицо было довольно милое. Фу, окей. Это kind of fucked up. Но зачем мне нож? Ведь он и так ее проткнул уже. Может, тебя? Нет? Нет. Порезать помидор. Нет? Collapse and blood. Может, нам надо вернуться? Нет. Определенно нет. Как нам вытереть... Окей, я немножко не догоняю. Как нам вытереть лицо? Здесь нет никаких предметов. So I wet mother face. Это имеется в виду, он его совсем стер лицо? Или именно вытер? Окей, нам, наверное, что-то нужно. Нам нужна вода, я так понимаю. Потому что нам нужно вытереть лицо матери. Потому что больше я вариантов не вижу.
их просто нет. Мне до сих пор интересно, зачем нам вот это. Ладно. А у нас даже ведра нет, чтобы... Окей, вот тут я запутался. Честно скажу. Не знаю. У нас нет ничего, чем можно было бы вытереть ее лицо. Точно не головой короля. Короля. Странно сказал как-то. Здесь вообще ничего нет. У нас есть только нож. Может быть, мы можем что-то делать с ножом? Потому что я вариантов больше не вижу. Нет. Может, нам порезать еду? Нет. Порезать тебя. Я не знаю. Это вообще пустое место. Короче, я не знаю. Видно, я немножко застрял, и видно, я чего-то недопонимаю. Здесь я приторможу, потому что мне кажется, я уже записываю довольно долго. Поэтому мы, я думаю, встретимся в следующий раз. Не знаю, что там со стримами. Говорю, родственники будут приезжать, какая-то хрень. Потому что я, наверное, попытаюсь побольше сделать именно роликов, нежели со стримами загоняться. Но стримы, я думаю, будут. Так что заходите на стримы, потому что, черт побери, 3000 подписчиков, и приходит человек максимум 50. Это нехорошо. Так что приходите, у нас обычно весело. Я зазываю прямо на какое-то предприятие. Не знаю. Короче, плохое предприятие. Что-то вроде, не знаю, нудизма. Как занесло. Так вот, приходите. Вон, я в прошлый раз стримил 16 часов. Охренел вообще. И в этом мне помогли мои друзья, там, Кирилл, Лера. Им, конечно, огромное спасибо. Хотя Кирилл дебил и забыл ключи. И, короче, не буду рассказывать. Это забавная история. Если это забавная история, почему бы не рассказать? Но я не стану. Короче, такие дела. До встречи.